Совет Европейского Союза согласовал предоставление Украине пятого транша военной помощи на сумму 500 миллионов евро. Об этом сообщил председатель Евросовета Шарль Мишель в Твиттер. Он написал, что приветствует политические договоренности в Совете ЕС относительно пятого транша военной поддержки Украины. Поддержка нацелена на защиту территориальной целостности и суверенитета Украины, а также защиты гражданского населения от российской военной агрессии. По словам Мишеля, общий объем средств для вооруженных сил Украины на оружие и военную технику из стран ЕС с выделением нового транша достигнет 2,5 миллиардов евро. Выделение средств происходит в рамках Европейского фонда мира, который позволит ЕС поддерживать возможности и устойчивость вооруженных сил Украины. Эта поддержка является лишь частью усилий Европы, направленных на то, чтобы помочь Украине защитить себя от нападения России. Предыдущий четвертый транш на оказание военной помощи Украине был одобрен в мае, тогда его объем тоже составлял 500 миллионов евро. Также стало известно, что ЕС частично покроет расходы на закупку самоходных артиллерийских установок «Краб» польского производства для Украины. Министерство обороны США договорилось с компанией Lockheed Martin по производству около 375 истребителей F-35 в течение 3 лет. Об этом заявили обе стороны соглашения в понедельник, 18 июля. Такая договоренность была согласована на фоне ожиданий, что цена на самую простую версию самолета увеличится из-за инфляции и замедления производства. Эта договоренность является началом для окончательного определения стоимости и заключения контракта. Отмечается, что общая стоимость сделки будет колебаться в диапазоне 30 миллиардов долларов. Конечное количество самолетов по этому контракту может измениться в зависимости от корректировок, внесенных Конгрессом США в бюджет на 2023 финансовый год, и любых заказов, на которые подадут запрос международные партнеры. Таким образом, удастся ли производителю и в дальнейшем снижать стоимость производства одной единицы, пока неизвестно. Напомним, первый истребитель F-35A стоил 221 миллион долларов, когда он сошел с конвейера в 2007 году. И с тех пор цена на истребитель пятого поколения почти постоянно падала и сейчас колеблется в пределах 80 миллионов долларов за единицу. Спасибо за просмотр. Слава Украине!